Оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана» призывает выйти граждан нашей страны на общенациональный мирный митинг памяти 13 февраля в 12:00 по местному времени перед городскими акиматами по всей стране. 13 февраля будет 40 дней, как власть расстреляла мирных людей, заявив, что они якобы иностранные террористы. Но мы не должны забывать и тех, кого прямо сейчас пытают, избивают в тюрьмах, делая из них террористов и мародеров. Многие потеряли своих родных, друзей и знакомых. Матери, отцы, дети по всей стране испытывают отчаяние, страх и горе, что их родных эта власть посадила в тюрьмы, пытает, бьет, обжигает утюгом, обливает кипятком, раненых забирает прямо из больниц. Халық теріз емес, тоқайып келе, соны бастап отырған. Өз күнін өзің көріп жүрген қазақтарды. Қашан қояды, қоймай ма қорлауларын. Айтқанымызды жасайсың, сол жасамасаң, айтпасаң, біз сен әке-шешең үйіне барып тұрып атып тастаймыз депті. Электрошокпен тоқ соққан. Өтік басқан арқасында өтіктің ізі бар. Бүйрегіне қатты соққан, жаңа дәрет, кіші дәретін ұстамай тұр дейді.